Добро пожаловать на Snoring Cat Play, сегодня Lethal Company в приятной компании. Игра свежая, сильно шумела в игровом пространстве, оценки высокие, значит, надо пробовать. Цель в игре простая, нам нужно выносить хлам заброшенных технических учреждений и лететь на базу к скупщику. Этот цикл повторяется каждые 3 дня, квота с каждым успешным забегом растет. Но загвоздка в том, что каждый обитатель этого холодного металлического ада захочет обглодать твое истерзанное тело. Все, каждому фонарику. На правую кнопку мыши запускается режим сканирования. В радиусе 50 метров подсвечивает, где что плохо лежит. Из капсулы играют. Ну, в общем, вот тут лаборатория, тут валяется всякая хуйня вокруг. Надо искать, собирать всякую хуйню. Я нашел большой болт, пацаны. Отличное начало игры. Вот, потом найденную хуйню надо тащить на корабль. Чем меньше хуйни найдем, тем больше заработаем, короче. Смотрите, еще один большой болт. Еще большой болт. Я нашел пластиковую рыбу. Я не думаю, что за пластиковую рыбу нам нормально заплатят. Я подобрал какой-то ключ. Ключ падения G. Что? Ты это все снимаешь? Конечно. А, что за страшные звуки, блядь, открылась. Да. Фонарик разрядился, гы. Как, что делать? Идти на корабль и заряжать. О, Тоха на корабль вернулся. 4 вечера, пора валить нахуй отсюда. Нет. Блядь, тут страшные ебаки летают, смотрю. Саранча. Ой. Возвращайтесь на корабль. Скидывайте говно, которое нашли, заряжайте фонарики и назад в лабораторию. Ай, блядь! Что случилось? Я упал. Сильно упал? Больно упал? Жив? Тоха, ты где там? Насмерть упал. Серьезно? Угу. Откуда и что с тобой теперь? Ну полетели тогда домой, какой смысл тебе просто смотреть? Будешь просто трупом валяться. Запускаете корабль. Интересно, я воскрес? Господи. Непонятно, да. Непонятно. Все, подписывайтесь, ставьте лайки. О, я воскрес. 20% пострадавший. Долг 34 дней осталось, чтобы выполнить квоту. А сколько у нас квота? 222. Блять, я без фонарика теперь остался. А чё ты не зарядил его? Ну я же умер. А, да, точно. В смысле, заход один и тот же, а лаборатории внутри другие, потому что мы как будто бы на ту же карту вернулись. Да. Тоха, стой на входе, не уходи один. Нет, я пошел. О, я сразу огромную штуку взял, гигантскую, просто немыслимо. Ладно, Арсений, сможешь оттащить или пусть стоит, заберем потом на выходе, да? Брось здесь, брось здесь. Так, вот где куда пошли? Мы пошли и направо, и вниз. О, я нашел что-то. Вижу. Ой, я что-то нашел. Колба для капель. Ой, ебать, тут паук, бежим отсюда нахуй. Там паук, блядь, какой-то. Ебать, вон. Вот он бегает. Его видно отсюда, смотрите. Где? Вы увидели? Нет. У-ху-ху-ху! Смотри, Тоха, Тоха, смотри, пиздец. Там еще ебака за ним. Пошел, пошел я отсюда. Ой, бать, болото, болото, о,
О, я утонул, походу. Я умер. Молодцы. Улетай. Смотри, у него прям руки двигаются по клавиатуре, смотри, да? Чуть-чуть не попадает, но поебать, по-моему. Сам факт. Смотри, что он нарисовал эту хуйню. Ай, блядь, болото. Блядь, прям в болото прилетело. Блядь. О, взяли. Не-не-не, я не взял сибу. Вот один, вон. Давай. Хорош, вот второй. Третий. У кого два фонаря? Тоха, у тебя два фонаря? У меня один. А, блять, у тебя же не было фонаря, сука, ну ладно, я два просто заказал. Я могу тебе пошли. Скинуть. У тебя два фонаря? Один. Ну все, пошли, короче, похер. Бля, графоний глаза ебет страшно. Я думал, нет смысла толпой идти, да, надо уже разделиться. О, пластиковая рыба. Не, ну толпой интереснее двигаться же, не? Да, лучше толпой, по-моему, пока двигаться. Вдруг какая-нибудь хуй была, там одного заберет, двое убегут. Тут, кстати, еще хэдкрабы бывают. Я один раз от такого отлетел. Так, что-то внизу. Где, блядь? О, нихуя. Нормально ты подобрал. Че, все руки заняты? Да, все руки заняты. Пойду несу. Давай. Блять, страшные звуки. Руки заняты. Надо вернуть. Повышенный уровень радиации, блядь. Чё ты сделал? Верни назад. Не могу, всё, я спиздил её. Неси. Арсений, я ухожу, пойдём. Ты сейчас в темноте останешься. Кинь мне фонарь, она светится сама по себе. Ты бежать можешь? Ну или я её давай возьму. Давай. Пошли дальше искать, там дверь была ещё. Блять, опять на болото, вот. Ебаное. Вот, а, стой, все, тут вот я про эту дверь говорил, все тут. А, блять, сука! Блять, пошли куда? Ты где? Блять, только выпрыгнул. Блять, меня съели нахуй. Бля. Сука. Валим. Да, меня потихонечку съедают. Я два предмета тащу. Пиздец, обосрался страшно просто. Все дома обосрались вместе со мной. Пойдем еще что-нибудь поищем. Мне корабля еще 6 предметов. Я думаю, хуй с ними. Полетим продавать. Да, давайте. Ух, ебать. Мы справились, ну, походу. Ладно, мне сразу эта хуйня не понравилась. Бля, это сильно. Это, знаешь, кровище, смотри. Это, блядь, гениально. А, сука, разъёбщик, блядь. Блядь, пулемёт нахуй. Вали. Чё за пиздец? Эта хуйня стреляет. Осторожно. А, она вот, она развернулась. Можешь обезвредить? Нет. А как ее надо обезвреживать? А вот она просто крутится, проходи. Может, этой штукой воспользоваться, там монстра кого-нибудь убить можно.
Да-да-да, его заманить. Тут еще одна. А там банка огурцов на той стороне. Осторожно. Ой. Жив? Да. Блять, со всех сторон турели нахуй. Мы отсюда пришли, что ли? А-а-а! Умер! Я пытался там снизу аккуратно пролезть, но меня расстрелял пулемет. Блять, Данил, почему? Мы даже предметы еще не нашли, да? Парочку. Это потому что я летсплей записываю. Я нашел фен, блядь. Так, а мы не отсюда пришли сверху? Можно будет высушить исподнее, когда кто-то выскочит. Блядь, фонарик разрядился. У тебя есть фонарик? Да, есть. Пойдем потихоньку, наверное, на корабль. Тут, слушай... Ох, ебать. Блядь. Сука, слезь с меня, пидорасина. Забери мой фонарик, пожалуйста. Вот тут... Твой труп, да, труп. Смотри, там труп его. Да иди. Не, у меня какое-то помутнение там произошло. На экране что-то было? Да. Блять, какая-то хуйня за тобой спрыгнет. Блять, уходи! Ой, бать. Племет, сука. Игра просто божественна. Давайте с одним фонарем искать тогда. Поменьше умирать и побольше собирать, а то корпорация нас убьет. Нас и так уже всех убили на планете. Ты думаешь, она может убить нас еще сильнее? Ну, я пока не знаю, что будет, если мы не выполним квоту. Но рано или поздно мы это сделаем и выясним. О, не утонул, если он не, если он не умрет, то я тоже пойду. Да. И именно на нас срабатывает, и мы умираем, прикинь. Там хуйня летит к нам. А, нет, над главным входом хуйня летает, смотрите. Будем надеяться, что она не захочет сожрать наши жопки. А вот она сидит тут. А, это птица просто. Это, по-моему, безобидная хуйня. Не, ну тебя жестко сожрали на самом деле, слушай. Угу, хедкраб так, блядь, с потолка прыгнул и сожрал, как штука. Ну я бы даже не сказал, что хедкраб, какая-то личинка обвила тебя вокруг. Давайте по очереди фонари использовать. Типа. Я тоже об этом подумал. Что-то тут какая-то темнота странная. О, тут какой-то склад. Увеличительное стекло, стоимость 57. Ключ еще есть. И страшные, блядь, звуки. Да. Темнота какая-то, да, идет вот в том угле, в углу появилась? Да. Пошли отсюда? Да, пошли отсюда. Она, не хочется, короче... проверять, что будет, когда она дойдет, да? Так, я вернусь на корабль, у меня все равно руки заняты. Вот, колокольчик. Хорошо, только не умри в процессе. Ничего не обещаю. На 163 натаскали. О, я провалился, я утонул. Я утонул! Пиздец. Чё это было? Мы все утонули? Бля, предметов нету. Мы все проебали. Я понял, на что штраф влияет, блядь. На что влияет штраф? Он у меня деньги отбирает. О, лестница, хочу посмотреть. Ого, какая высокая лестница. Давайте все поднимемся по высокой лестнице. Отряд, поднимающийся по лестнице. Да. Ух, вид шикарный отсюда. Прорисовка дальняя на самом деле. О, яичный битер.
монстр какой-то. Да-да-да, яичный битер. О, вот эту штуку я в тот раз украл. Все, руки заняты, пошли отсюда. Все, теперь у нас радиация сейчас поднимется. О, я нашел ящик пива. Срочно тащи на корабль. Такой стресс, такой стресс. As you have not met the prophet Holder, your performance has been deemed below standard. Welcome to our disciplinary process. Крайний срок. Нормально. Просто в космос нас выбросили, нахуй, вы уволены. И раз игра удаляется, блять, из аккаунта.